Сегодня снимаю видео, как я буду сама себе делать перманент. Сейчас я наношу часть вторая. Наношу я контур. Уже темнеет. Сейчас пойдем делать. Нечаиво пивные эксперименты. Пересох карандаш, поэтому я его режу. У меня уже был перманент. Быстренько я нарисовала. Попробую эти пасты, которые я достала, белые. Я зачем-то же ее заказываю, правильно? Но я не уверена, что это нужно вообще. Не зайти. И ничего, паста рабочая. Темнее, дождик пойдет. Сейчас пойдем в другое место. Реально неплохо видно уже. Придется карандашом еще раз проходить. Мне с пастой не нравится работать, потому что я попадаю кисточкой неаккуратно на рисунок. Да, придется, честно говоря, мне не нравится этой белой пастой работать. У меня ее, конечно, дохренища. Пусть она останется для тех, кто потом будет делать. И я из-за пасты не вижу теперь, я вышла куда-то реально или нет. Здесь потерялся эскиз. Такое хоть переделала, честно говоря, эскиз.
Ну вот смотрите, когда обведены губы, видно, что у меня сделан блин-перманент. Вот сейчас, видите, я не красила их, они выделены. Но цвет он как бы есть. С прошлого раза, это же вторая коррекция. Ну что, я думаю, тут становится темно немножко. Можно включить свет. Люблю работать на свежем воздухе. Вам когда-нибудь делали перманент на улице? Ну, пожалуйста. Так. Ну что, мы мешали цвета. В прошлый раз у нас вот такой вот один цвет. Это Нечаева пигмент роза. Роза 201. 205. Гибридная. Вот такой у нас был Soft Beverage, который больше всем подходит. Нечаянный предмет Soft Beverage 9. Такой. И я их соединила вместе, потому что до этого у меня был арбуз с розой и персиком. Они мне закончились, потому что были вот такие вот одноразовые маленькие свистерки, пробнички. Получился вот такой цвет. Цвет тепло-холодный, в принципе, меня устраивает, хотя у меня холодный тип, мне больше нужно розовый.